Певец Дмитрий Маликов не понаслышке знает, что такое сумма с 6 нулями на счету. Но его детям повезло меньше, дочь Стефания сама барахтается в финансовых тяготах взрослой жизни. 22-летняя блондинка открыла собственный магазин одежды прямо в центре Москвы. Такое расположение бутика в прямом смысле обошлось девушке дорого. За одну только аренду в месяц нужно отдавать 350 тысяч рублей. Дмитрий Маликов не спешит облегчать наследнице жизнь. Он рассказал, что в бизнес вкладываться не стал. Аргументы артист выдвинул железобетонный: Маликов – музыкант, а не эксперт по финансам. А чем я могу помочь ей? Это и удивительно. Она все сама. Она больше с мамой консультируется. Я в финансах что? Процитировал певца bim.ru.